Владимир Путин назначил нового полномочного представителя в Сибирском федеральном округе. Им стал Сергей Миняйло, занимавший пост губернатора Севастополя. До этого полпредом в СФО был Николай Рогожкин. Отмечу, что Сергей Миняйло стал пятым полномочным представителем президента в СФО с момента образования округа. Исполняющим обязанности губернатора Севастополя назначен замглавы Министерства промышленности и торговли Дмитрий Овсянников. Ранее он работал на предприятии «Оборонпром», которое сейчас возглавляет Сергей Сокол. Я очень рад за своего коллегу и желаю ему большого успеха в управлении городом, в котором я родился. Я родился в городе Севастополе. Это молодой, способный и очень перспективный кадр, который, я уверен, поможет Крыму в развитии, в промышленном развитии.